Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча Калпатарувашча Кипасинду Бевача Патитананг павуне бхавайшнавибхьо намо намаха Мукам кароти вачаланг пангунг ланхайте гирим Ятки патамханг банде парамананда мадавам Бриндавай тулсидеввай пиявай кешвасача Шна бхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тату Джайо Мудире Чанкиртане Кришна Катхупадеш Гаурия Патрасья Пракаса Неча Чадану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетхас падам сива виранчанутам сараньям Виттаттихам панутапал бхавадипутам Банде махапурушате чаруна равиндам Ятпада паллавана хачанда маничатая Висфуржита кемапикапавадушвадарши Пурнанурагра сасагра сарамурти Сарадхика мы када кифан крыш. Си Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда. Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавин. Си Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда. Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавин. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. Аджануламбита бхужау канука бодато, Санкиртанай кавитаро камалайо такшо. Вишам бару дижа бару жугадхар мапало банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Падупанкаджам Сура Сурайра Бандито Диббарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаванурупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара бигуши табам бхагам Нараяно прияманга мада пхарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Баги саджусва бадане Лакшмир жасва ча бхакшаси Ясасте хидае самбид Твам нишингамахам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Преманжана чурита бхакти вилочанена сантаха садайва хидеешу вилокаянти Янг шама сундарам мачинта гуна сарупам гавиндамадипурушам тамахам бхаям
Преманджана чурита бхакти вилочане но сантаха садива хидвейш вилокаянти янгшяма сундарама чинта гуна сарупам говинда мади пурушам тамахам бхаями. Гаурия Гоштипати Сришила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Jagadguru told bonded soul by his personal effort cannot arrange mangal. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, bonded soul cannot arrange mangal by personal effort. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что обусловленная душа не может обрести благо с помощью своих собственных попыток, поскольку когда они пытаются обрести благо, получается нечто противоположное, это становится причиной их падения. Вот для обретения абсолютного блага мы должны зависеть от Гуру Вайшнавов, нет никакого другого пути, поскольку это воля Бхагавана. Бхагаван организовал распространение милости бхакти через своих собственных преданных. Своими собственными попытками мы не можем обрести бхакти. Махарадж говорил на Бенгале чуть раньше, что это очень сложно, практически невозможно для обусловленной души обрести благо. И мы должны зависеть от Гуру Вайшнавов. Они даруют, организуют благо для нас. Много раз до того я говорил, что только за Кришна оставляет за собой только силу воли, а все остальное, все находится в руках Баладева. Кришна, он, у него есть только воля, а все остальное контролирует Баладев. Если Шакти, Сваруп Шакти находится внутри Бхагавана, это зовется Шакти. Но когда это Сваруп Шакти приходит внутрь нас, преданных, это зовется Бхакти. И вот это Сваруп Шакти и Бхакти, они не отличны друг от друга. Это Дхамма, Навадип Дхамма, Вриндаван Дхамма, все Дхаммы. Это олицетворение Баладева. Это Сандини Шакти. Они вечны, но все же они исходят из Баладева. И вот в Брахма Самхите, Брахма Самхита — это самое авторитетное из Писания. Брахма Самхита — это авторитетнейшая книга. Почему? Поскольку Брахма видел. Мы должны полагаться на Гуру Вайшнавов. Сами мы не можем видеть Апракрита Джагат, трансцендентный мир. Мы должны зависеть от милости Гуру Вайшнавов. Своими собственными попытками мы не можем видеть Даму, Наму. Только по милости Гуру Вайшнавов мы можем видеть все это. Брахма, он не говорит, не рассказывает никаких историй. Why Mahaprabhu speaking? Brahma Sangita is the most authentic scripture in the world. Почему Махапрабху говорит, что Брахма Самхита — это самое авторитетное писание? Why Mahaprabhu speaking? Почему Махапрабху говорит так? Поскольку
Он Верховный Господь, не отличен от Нанданандана Шри Кришны. На самом деле Брахма, он смотрит все. В четвертой Бхагаватам говорится, с помощью своих собственных попыток мы не можем видеть, только по милости Верховного Господа. И вот перед Брахмой Бхагаван Шри Кришна говорит, что все сокровенное знание связано с моей лилой, дамой, намой и все остальное. Здесь не слово «гьяна» используется, а слово «вигьяна», значит «осознание». Когда нет прямого осознания, это не вигьяна. Вигьяна значит, что мы на 100% уверены, что у нас есть наше чувство. И вот то, что Брахма смотрит, все это о даме. Брахма не придумывает никаких историй, никакой философии. То, что видит Брахма, он говорит нам. И поэтому это более авторитетно. И вот Бхагаван дает свой даршан, и вся лила происходит там. И после этого Брахма уходит. И вот здесь сарахасья, все сокровенище, самое сокровенище, это Враджа Брахма. И вот И вот эти четыре шлоки Бхагавата можно обсуждать очень долгое время. И вот дама. Дама мы не можем видеть своими собственными усилиями. Дама — это Чинмой Васту, Вриндаван Дама, Навадвип Дама. Я с утра говорил об этом. Пылинка с Галоки и с Вайкунтхи, она более значима, чем сумма всего в этом материальном мире. И даже это больше, чем все, что есть во всех материальных мирах. То есть нечто позитивное с духовного мира, оно гораздо более значимо, чем все материальные миры вместе взятые. Но пылинка с духовного мира — это не так просто. Мы думаем о значении зданий, земли, какой-то собственности, золота. Но как определить значимость и ценность пылинки с духовного мира? Любые наши попытки это оценить, они обречены на провал. И поэтому Удав говорит, он хотел обрести пылинку с хотя бы пылинку с духовного мира. И Брахма тоже говорит, я хочу обрести хотя бы пылинку из Враджа Дхаммы. Кто может дать? Это очень редко. Силой мы не можем это обрести. И вот здесь говорится, Удав говорит, я хочу обрести пылинку со святой дамы, пылинку с лотосных стоп гопи. Брахма говорит, я пытался, я совершал аскезы долгое-долгое время, тысячи лет. Но я не смог обрести это. Брахма говорит,
и Удав тоже говорит. Все Шрути и Смрити, они все ищут лотосные стопы Шри Кришны или пылинки с лотосных стоп Шри Кришны, они ищут. И поэтому Удав Махарадж говорит, если Бхагаван хочет, позволит мне родиться во Враджадаме, как хотя бы кустарник, это не история. Даже до сегодняшнего дня можно найти Удав, находится на Удав-кунде в кустах. И вот Удав Махарадж приходит, чтобы получить даршан. Но это не какая-то история. В прославлении Бхагаватам говорится об этом. Когда Враджа Махиши какие-то во время явления Кришны уже ушли, какие-то были похищены, какие-то еще что-то. И вот они хотели встретиться с Удавой, поскольку Удав самый достойнейший из достойных. Почему Удав самый лучший? Бхагаван хотел оставить его как своего представителя в этом материальном мире. Удав Махарадж, он следует Кришне. Полностью, целиком и полностью, не только это, а также в живом состоянии. Кришна, Удав, он обрел форму Кришны. При живом Кришне, заметьте. Единственная разница Каустубха Мани, это драгоценный камень. Еще что-то там было отличное, а в остальном он был не отличен от Кришны, когда они хотели встретиться с Удавой, с Удав Махараджем, чтобы услышать Бхагавад Катху, поскольку Удав Махарадж, он принял все учение Кришны утром. Я говорил об этом последнем учении Кришне. И вот последнее учение Шри Кришны Бхагавана Удав Махараджа перед тем, как оставить этот материальный мир. И поэтому все они, Парикшит Махарадж и прочие, они заняты слушанием Бхагавад Катхи. И вот Сандиля Риши говорит, хорошо, если вы начнете санкиртану, мы начнем молиться с великим энтузиазмом, то тогда автоматически Удав, он явится. Это такая формула. И вот они начали совершать санкиртан с картанлами, с мридангой. Если он такой ученик садический, Кришна санкиртан, и тем временем Удав явился из кустов. И тогда они начали танцевать. Удав пришел и попросили Удаву что-то сказать. Удав согласился. И вот Удав до сих пор там находится. Можно найти его там. И наш Сачидананда Бхактивинода Тхакур, я хочу сказать о славе и могуществе Дам Парикрамы. Что такое Дама, что мы можем обрести. Бхактивинода Тхакур, перед тем, как оставить этот материальный мир, он хотел дать наставление Бимала Прасад Сарасвати Шри Прабхупаде,
что ты должен организовать дампарикраму. Ты должен организовать, сделать все для того, чтобы люди привлекались, дамы хотя бы какой-то, ну, что какое-то благо получили. Вот это слово развитие дамы как бы не совсем хорошее. Но Бхактивинода Тхакур имел какую-то другую идею насчет этого. Дама — это дама, мы знаем. Реформация дамы, реконструкция, как она возможна. Дама, она остается дамой, но Бхактивинода Тхакур хотел сказать Шриле Прабхупаде, если ты организуешь множество удобств даме, чтобы люди имели возможность приехать, посетить эти святые места, получить их даршан, принять прасад. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур хотел организовать все это дампарикраму. И вот мы также должны утвердить Дайва Варнашрама. Это не связано с этой дискуссией, но все же, когда я говорю о том, что сказал Шрила Бхактивинода Тхакур, я говорю об этом. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур хотел дать наставление Шриле Прабхупаде, то, что ты должен организовать Дайва Варнашрама. Что такое Дайва Варнашрама? Это то, что Дайва Варнашрама в соответствии с природой, в соответствии с нашей природой, мы должны стать браманами в соответствии с нашей природой. И наклонностями, характером, думать, что сын брахмана, а брахман — это неправильно, поскольку может быть кем угодно. Но Дайва Варнашрама, это риши муни, не использовали в древности, они в соответствии с качествами человека определяли его варну. И вот в соответствии с татвой мы должны понять, кто такой брахмана, кто такой кшатри. И вот вайшнавы, те, кто чистые вайшнавы, они, естественно, придерживаются Дайва Варнашрамы. Те, кто вайшнавы, они не могут быть сравнены с брахмой. Поскольку в 100 рупиях 10 автоматически там, и проблем нет, никаких аргументов тоже. И вот вайшнав, значит, он уже имеет все качества брахмана. И не только это, также некие более великолепные возвышенные качества. Поскольку Кришна Бхакта может обрести все качества Бхагавана. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, вот так, такие слова говорятся, что Кришна Бхакта может обрести все качества Бхагавана, это естественно, но преданные не могут обрести способность совершать расалилу, творить, это не то, это эти качества, возможность творения, совершения расалилы, это особые качества, которые полностью Кришна оставляет за собой, и вот. Кришна Бхакта может обрести все качества Бхагавана, но если он может поддерживать все эти качества Бхагавана, то есть они, обретая качество Бхагавана, Бхагаваном не становятся. И вот в соответствии с этим, ну вот если смотреть по родовому этому пониманию, кто-то думает, что если отец брахман, то сын его брахман. Это с одной стороны вроде правильно, но с другой,
далеко не всегда так бывает. И поэтому мы должны использовать правила Дева Варнашрама для определения варны того или иного человека. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура перед тем, как оставить этот мир, он сказал Шриле Прабхупаде, что он должен организовать дампарикрама, поскольку дампарикрама — это наивысшая процедура, через благодаря которой обусловленные души могут обрести милость. Дама, она более милостива, чем Бхагаван. Дама, она более милостива, чем Бхагаван, поскольку дама — это Баладев Татва, Гуру Татва. И вот дама, она более важна, дама сева. Чтобы понять, что такое бхакти, встретиться с преданными, следовать харикатхе, это займет долгое время. Даже люди, мало кто может понять такую глубокую философию, но гораздо более важно, если мы организуем возможность для бхактаджив совершать дампарикраму и расскажем им о славе всех святых мест. И вот через дампарикраму они, несомненно, обретут благо, если они не будут совершать никаких аппаратов. А в Навадвипдхаме Бхагаван в этой аватаре очень милостив, а во Вриндаване гораздо более сложнее и строже. Если мы совершим какую-то ошибку во Вриндаване, это большая проблема. Радхарани никогда не простит нас. Шри Чайтанья Махапрабху, он более милостив, и вот это дампарикрама Бхактивинода Тхакура дал наставление, что обусловленные души так или иначе, они могут не готовы быть совершать баджан. Если мы дадим им возможность совершать парикраму, слушать харикатху, поскольку парикрама, они на неделю приезжают, одна парикрама в течение недели происходит обычно в этом. Время мы можем совершать сатсангу, садусангу, совершать киртан, слушать харикатху, посещать различные места Святой Дамы. И вот таким образом они могут обрести милость. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура дает наставление Бимала Прасаду: «О, мой Прабху, ты должен организовать дампарикраму лучшим из возможных способов, чтобы души обрели благо». И после этого Шрила Бхактивинода Тхакура говорит о Дева Варнашраме, о дампарикраме и о дамунное, то есть развитие, облагораживание, обустройство святых мест. И также очень важно, если вы не понимаете, то это проблема, то, что все дживы, они по своей сварупе, они скитаются, то есть их, мы совершаем парикраму, но самсара парикраму, мы постоянно скитаемся по всем этим мирам. Слушай, парикрама, так скитание по всем мирам. И вот обусловленные души с незапамятных времен так ведут, совершают парикраму, это их природа. И вот когда мы даем им возможность открыть их духовную сварупу, совершая дама парикраму, это более практично. Я уже говорил полгода назад вот эти слова. И вот так или иначе мы постоянно скитаемся по различным формам жизни, иногда рождаемся как водоплавающее животное, иногда как зверь какой-то или птица. Кто-то рождается в какой-то Африке или еще где-то, где гарантия, что мы родимся людьми. И вот я уже говорил, Ядвачарья, Рамануджачарья был маленьким ребенком Лакшмандеша, а
этот гост, он, в общем, дочь царя Мадурая стала бесновата, какой-то бес в нее вселился. Уже через 3 дня она замуж планировала выходить, но кто же за бесноватую пойдет? И вот проблема. И вот таким образом. Что случилось? И Ядвачарья тоже был там. И этот гост. Сказал, если ты омоешь стопы преданного, настоящего преданного, то это выгонит меня из ее тела. И вот сказали, что тут Ядвачарья есть, можно его стопы омыть. Этот гость сразу возмущаться начал, как уж он вайшнав в Майваде. И вообще змеей был в прежней жизни. Что толку от него эти привидения? Бесы могут видеть все. И вот он видел, что тот змеей был в прошлой жизни, а из-за того, что доел остатки пищи вайшнава, вот он родился в теле брахмана в этой жизни. Лучше давайте принесите воду, мышцы, стопы этого Лакшмандеши, тогда это спасет меня, я оставлю это тело этой девочки. И вот это, как люди это услышали, у них зависть какая-то появилась к этому Лакшмандеши, что тут какой-то профессор, браман преподает веданту, а гост так меня не уважает и сказал, что ему нужна вода со стоп этого маленького мальчика. И вот этот профессор почувствовал себя оскорбленным, начал так, зависть какую-то взращивать в своем сердце. И вот в прежней жизни, где мы были, кто знает. И вот таким образом мы все души дживы совершаем парикраму, непрерывную парикраму. С незапамятных времен парикрама в нашей природе, мы не можем прекратить скитаться. Мы можем зато поменять настроение, вместо того, чтобы совершать самсара парикрама, мы можем начать совершать дама парикрама. И с помощью дама парикрама, будьте уверены, мы обретем благо. Я могу показать прямое свидетельство, как например, Ашватхама, кто слышал его имя, сын Дроначарьи. Он был очень могуществен. И вот Ашватхама до сегодняшних пор совершает дамасеву во Вриндаване. Я был там. Мы не можем видеть Ашватхаму. Ашватхама может прийти и дать нам даршан. И вот Ашватхама. Он до сегодняшнего дня Ашватхама совершает баджан там, в Пишайгаване. На северо-восточной части Нандагона, там деревня какая-то, за ней какой-то кусты какие-то, лесок такой, но мало кто туда доходит, немногие люди не знают, что там Ашватхама совершает баджан, поскольку Бхагаван, он не был готов. Я прославляю Дхамму сейчас, но так или иначе, Бхагаван не был готов простить, поскольку он совершил вайшнава парадху.
он убил пять сыновей Драупади. Они спали. И вот он взял, убил их всех, их пятерых. И большая проблема в этом. Много оскорблений Ашватама совершил. Ашватама совершил множество оскорблений. Вначале всего он хотел убить панчапандавов. Второе. Опять он запустил брахмастру, когда наш Парикшит Махарадж был в чреве Уттары. И таким образом Ашватама совершил множество оскорблений, которые никогда не могут быть прощены. И Бхагаван был очень недоволен им. Как в случае с Махапрабху и Чапал Гопалом. Когда Чапал Гопал плакал из-за того, что из-за своей проказы просил прощения, ты это ничто, это боль, это страдание, это ничто. Ты будешь страдать бесконечное число времени, я не помогу тебе ничем, поскольку ты совершил оскорбление Шривасу, у которого есть мое сердце. И Бхагаван не простил его, и тем у Нириши. Он спрашивал у них, что же делать, и они решили. Они показали, что Бхагаван тебя не простит, поэтому иди во Вриндавандаму и служи Вриндавану. Если ты будешь служить Вриндавану, то сегодня или завтра Бхагаван простит тебя. Когда Джагай Мадхай, они хотели... Они спросили, что действительно ли Господь простил их или нет. А как это узнать? Как мы можем осознать, что ты нас простил? Если вы можете будете совершать дамасеву, то Бхагаван простит вас. И он сказал, что вы можете очищать этот Джагай Мадхай Гад. Это место омовения Гад назвали в честь Джагай Мадхай. И вот он, и вот они таким образом искупили свое оскорбление. Я знаю множество саду, у них ничего нет. Единственное, что они делают, это дамасеву, и они обрели лотосные стопы Шри Кришны. У всех их есть только один инструмент, это веник. Они ходят и подметают святую даму, все кунжи и прочие места Лил Рада Говинды. Очень смиренно себя ведут, как нас Шьямананда Прабху. Шьямананда Прабху, он совершал дамасеву с веником. И случайно он набрел, нашел этот браслет Радхарани вроде в Нидхуване, какое-то украшение Радхарани нашел. Вот он подметал там и вдруг обнаружил нечто, какое-то украшение. Вот эта дамасева, она очень важна. Дамасева очень важна, даже Бхагаван не простит нас, и все же мы можем быть прощены сегодня или завтра, если дама, она не отлична от Бхагавана. Если дама простит нас, то Кришна вынужден даровать нам свою милость и простить нас. И вот один пример. Когда вот этот Джагай Мадхай хотели убить Нитянанду, они поранили ему голову, хотя тело Нитянанды не состоит из плоти, из крови, все равно это йога майя. Когда Махапрабху, он позвал Чакру Сударшан, и Джагай Мадхай увидели, что это
Это чакра летит, чтобы убить их, но Нитьянанда схватил Махапрабху и сказал: «О Господь, в этой аватаре ты пообещал, что не будешь пользоваться никаким оружием. Почему мы любим Кришну среди всех аватаров? Среди всех нисхождений Верховного Господа, у всех какое-то оружие, у Кришны ничего нет. У Кришны нет никакого оружия, поскольку Кришна не использует его. Все демоны, которые были убиты, они не были убиты каким-то оружием. Кришна их не убивал ничем, каким-то оружием, и также есть глубокая философия за этим. Нандан Шри Кришна никогда не убивал Путану. Или Тринаварту, или Шакатасура. Внешне выглядит, что Кришна убил их. Но я могу привести свидетельство, что в Кришна-аватаре никакая вайбава, изобилие всего не касается его. Это все изобилие вайбава. Они хотят помочь Кришне как-то служить ему, но Кришна не хочет этого. И вот Читание Чайтамрити можно найти, что Кришна внешне можно видеть, что Кришна убивает их, но Кришнадас Кавираж Госвами пишет в Читании Чайтамрити, что это не Кришна убивает. Это может выглядеть так, но смотрите, Кришна, что делает Вишну с помощью Вишну. Кришна убивает, откуда Вишну появляется. Вишну из Кришны появился в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Все Агасова, Бакасова, Путана, Ктони, они все были убиты. Кем? Нараяны, Вишну, не Кришны. Но никто не знает об этом. Они думают, что это Кришна сделал, но нет, Кришна никого не трогал. Кришна всегда занят своей Мадхур-лилой. Мадхур-лила – это доминирующий фактор в Ваджа-даме. Конечно, есть какое-то изобилие чего-то, богатство, но Мадхури, она более сияющая, более могущественная, и это Мадхури своим влиянием затмевает все, затмевает это изобилие, и что мы не чувствуем никакой Айшвари Бхавы. И не чувствуем никакой горечи, а чувствуем только сладость. И вот любую лилу мы находим, Кришна лилу, еще какую-то лилу, она всегда полна Мадхури. И вот сейчас вопрос. Бададжива с бесконечного числа времени не совершает парикраму, самсара парикраму. Если не совершают дама парикраму, они могут обрести освобождение. Если мы совершаем дама парикраму, парикраму храма, то мы освободимся от этой самсары, колеса рождения и рождения смерти. И это закончится, если мы искренне совершаем парикраму. Но смотрите, обусловленные души, они не верят в то, что есть какое-то трансцендентное шакти, апракрита дхамма. Они верят в доллары, в свои способности. Но сердцем они не могут принять Гуру Вайшнава, не могут принять Кришну.
не могут принять, что нужно будет оставить это тело, хотя это неизбежно. Мы вынуждены будем оставить это тело и принять следующее, но обусловленные души не готовы, они из-за жизни цепляются за свои материальные пожитки. America, they can accept my money? No, they can throw useless. If I am going to go to America with some Indian money, then they. Если мы едем в какую-то страну с местными деньгами, которые не являются резервной валютой, то но если в Америку с рупиями ехать, например, то рупии никто всерьез не воспринимает. И вот мы, вайшнавы, всегда надеемся на это трансцендентное сокровище, на бхакти. Но так, ну, обычные люди надеются на какие-то доллары и прочие материальные вещи. Но они не понимают, если мы пойдут то есть люди приводят такой пример, что если пойти с именем Кришны на базар, то риса за этот Кришна нам не купить. То есть здесь, в этом мире, Кришна нам не ценится. Но Кришна нам — это великое сокровище. Но эти продавцы на рынке не могут оценить его по достоинству, поскольку они не понимают значения Кришны и его святого имени. Они не понимают, что у нас есть деньги, какая-то собственность. Если мы отправимся в другую страну, то там валюта другой страны не уважается и не признается. И также мы, когда оставим свое тело и попадем в другой мир, то что толку от наших достижений, от наших денег в этом мире? И вот, оставляя этот материальный мир, мы должны накопить какое-то духовное сокровище, духовное богатство. И вот, оставляя этот материальный мир, мы должны обрести какое-то трансцендентное сокровище, но Кришна наму, но многие не понимают этого. Вот кто понимает, что такое сила гравитации, сила притяжения. Если вот, например, что-то кинуть вверх, его гравитация притянет вниз. Почему? Поскольку эта гравитация, она притягивает к себе все. И она возникает между двумя объектами. И вот в этом материальном мире, ну вот вообще в этом мире все эти объекты связаны, какая-то гравитация возникает, особенно между большими и малыми. Как, например, эти планеты и звезды на небесах, они все связаны гравитацией между собой, вращаются в соответствии с ней. И таким образом есть так некая сила, которая действует. Что такое время? Если я задам вопрос вам, что такое время, что вы имеете в виду под временем? Эйнштейн сказал: время — ничто иное, как движение. Очень прекрасный ответ. Время — ничто иное, как движение. Осознанно или неосознанно, мы не можем понять, что все движется. Какое-то движение постоянно происходит. И это зовется временем. И вот апракрита в трансцендентном мире,
где находится Бхагаван и все эти... И вот среди всех этих бесчисленных миров есть центр. И на основе этого центра все движется вокруг его. Но у них нет никакого представления. И вот сейчас Дама, она трансцендентная, это первое. Дама Парикрама, она очень важна. Но как совершать дампарикру? Можно просто прийти и пытаться ходить вокруг. Как должным, достойным образом совершать эту парикру? Я уже говорил, что трансцендентное мы не можем увидеть материальными глазами. Мы должны возвыситься. Пракрита васту купу пракрита гочаруна. Мы можем пойти и увидеть какие-то, на Гавардхан увидеть какие-то камни, или в Говинда мандир тоже ничего не увидим толком. Но и вот апракрита васту, то есть трансцендентные вещи не могут быть познаны материальными органами чувств. Мы можем совершать дампарикраму, конечно, несомненно, но под руководством чистого преданного. Поскольку если я нахожусь за моим Гуру Махараджем, то тогда Гуру Махарадж скажет: смотри, это Чайтанья Махапрабху. И когда Нитьянанда Прабху, под руководством Нитьянанда Прабху, наш Джива Госвами Пад, он был успешен в совершении Дама Парикрама. Дама Парикрама Джива Госвами Пада, она была совершена под руководством Нитьянанда Баларама. Мы забыли об этом, но это индикатор. Это признак, симптом, которому мы должны следовать, Баларам и преданный Баларама. Как вот в этом киртане мы поем. Лотосные стопы Нитьянанды, они вечно присутствуют, и все преданные Нитьянанды, они тоже вечные находятся у его лотосных стоп. Они также важны, как Нитьянанда. Нитайр Чарнасоти, Тахаро Савака Нитья, Нитай Подасода Кураш. Это бенгальский киртан, и он дает нам намек. То, что мы должны совершать парикраму под руководством Нитьянанды и под руководством возвышенного преданного, который посланник, он пришел с Дамы. Если я спрошу вас, объясните что-то о Гималаях. Если человек никогда не был в Гималаях, не видел, не имеет представления о них, то что он может сказать? Если у нас нет прямого опыта, прямого чувства о каких-то вещах, о Кайлаше, например, или о Манасароваре, то что мы можем сказать другим, если нас они что-то спросят? Есть Сатнанда Кананда в Гималаях, туда полубоги приходят. Все цветы, которые есть в этом мире, они там находятся. Даже полубоги часто посещают это место. Очень сокровенное место. И вот если у нас нет практического опыта насчет Дамы и Намы, если у нас нет осознания о Бхагаване, мы не можем говорить Харикатху. Это Бхактивинода Тхакур говорит, а не я. Шрила Бхактивинода Тхакур написал очень ясно и четко, что Харикатха может быть сказано трансцендентными посланниками Свайкунтхи.
И вот это на Бенгале говорится так. И те, кто посланники Вриндавана или Вайкунтхи, они могут говорить Харикатху, а другие как могут? Под именем Харикатхи могут говорить какую-то сухую философию. Сухая философия — это не Харикатха. Кто слушает эту сухую философию, у нас нет времени. Если у вас есть прямой опыт вашего бхаджана, вы можете рассказать или и по милости Гурудева мы можем обрести такое сознание. Я могу привести множество примеров. И вот один из примеров, когда Джагатананда Пандит, он хотел отправиться во Вриндаван, чтобы совершать парикраму. Махапрабху сказал: подожди, пока не ходи. Но тот упрашивал: о, Прабху, я хочу отправиться во Вриндаван, но Махапрабху не позволял ему. Почему? Поскольку если бы Ядунанда пошел во Вриндаван, он начал бы плакать: где мой Гуру, где мой Гуру? Гуру там, в Пури. И поэтому Махапрабху его не отпускал, поскольку он прекрасно знал, что если Джагатананда в тот момент, когда он уйдет из Нилачалы, то на дороге он уже начнет плакать и думать: где же мой Гуру? Но все же Джагатананда Прабху начал жаловаться, так сладко жаловаться. Вот он, пожалуйста, Рамананде и Сарабхама и Бхаттачарья, они были возвышены, преданы. Махапрабху их очень уважал. И вот если бы они попросили от моего имени, то Махапрабху: нет, тоже не сможет сказать. И в итоге мы... И вот он начал дальше просить, чтобы уйти во Вриндаван на даршан. И Махапрабху все же не пускал его, не одобрил его парикраму во Вриндаван. И вот перед тем, ну, перед тем, как он, в общем, собрался уйти, Махапрабху перед тем, как Джагатананда вот отправился во Вриндаван, Махапрабху дал ему особое наставление, что ни секунды ты не должен, ни на секунду ты не должен оставлять общение с Санатаной Госвами. Ты должен находиться с Санатаной каждую часть секунды, не оставляя Санатану. Если ты хочешь совершать парикраму, ты должен совершать парикраму под руководством Санатаны. Будь осторожен. Почему? Поскольку Санатан Госвами, он символ Самбанта Гьяны. Он ачарья Самбанта Гьяны. Если нет Самбанхи, то мы можем взять и куда-то совершить на машине парикраму или пешком оббежать все. Некоторые парикраму обходят, чтобы какие-то телесные блага получить, там, похудеть или там, здоровье улучшить с помощью такой пробежки вокруг Гаватхана. И вот кто-то постится Экадаши ради здоровья, постятся, чтобы их тело было более здорово. И вот с этим мотивом совершают Экадаши, думают, что пост хорош для здоровья, но они не думают, они постятся, совершают экадыши для удовлетворения Кришны. Это будет подлинные экадыши. Кто-то говорит так, кто-то иначе. И вот различные эти мнения есть, но все они из-за влияния майи. И вот дама парикрама — это не шутки.
Махапрабху дал особое наставление, как пока ты находишься во Вриндаване, каждую часть секунды ты должен находиться с Санатаной. Если ты хочешь получить даршан различных божеств, совершать дампарикраму, ты можешь делать это под руководством Санатана, будь аккуратен, осторожен. Почему Махапрабху говорит так, никто не знает. Если я не разовью самбандхагьяну, хотя я знаю, какие-то новые люди могут прийти, у них нет самбандхагьяны, хорошо. Но если вообще мы совершаем парикраму под руководством особого ачарьи, те, кто обрел милость Санатаны, не каждый может развить самбандхагьяну. Кто-то приезжает с России, с Америки, с Бразилии, не каждый может обрести самбанту. Мы все приезжаем в даму, чтобы развить самбандхагьяну. И также не у всех есть понимание о том, что такое настоящая дикша. И в этом проблема. Кто принял прибежище у кого и каковы условия всего этого? Только внешнее, и кто-то привлекается только внешним богатством, но это не то, к чему нужно стремиться. Но трансцендентные вещи не могут быть поняты материальными представлениями о них. И вот мой Гурупад Падма говорил, чтобы я шел на парикраму под руководством Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Гасая Махараджа, и вот под его руководством я совершил парикраму. Он танцевал, пел киртаны и вел парикраму. Он танцевал, и мы тоже танцевали. Мы чувствовали какое-то экстатическое чувство, поскольку его парикрама, она необычна. Он ачарья, Бхарати Махарадж, он может говорить о даме, как совершать парикраму, но не каждый может так прекрасно рассказать. И вот не каждый может говорить харикатху. Харикатха, она может быть сказана только трансцендентными посланниками, которые снизошли с Вайкунтхи или с Галоки. А своей ученостью, своим материальным знанием мы не можем говорить харикатху. Харикатха – это нечто другое. И также другое очень важное, я уже сказал. Каково влияние гуру и вайшнавов на нас? Мы слепы, мы не можем видеть. И вот в этом киртане говорится. Как Гуранга Махапрабху совершает дамапарикрама. Не один есть, вместе с одним в Раджаваси, но он, смотрите, сам Бхагаван, но все же он берет с собой в Раджаваси, чтобы тот показывал ему путь, и что есть, что там. Хотя, посмотрите, он Бхагаван везде сущий, всезнающий, всемогущий, зачем ему какой-то проводник? Я об этом завтра буду говорить, насколько великолепно дампарикрама. У меня есть мой практический опыт. Я, как обычный нищий, совершал парикраму, как обычный уличный нищий. Но не каждый может так делать. Кто-то змей боится спать в лесу или еще что-то. Там достаточно сложно. В лесу, например, такая тьма, что ничего не видно, а в качестве этого ночлега какой-то шалаш из бамбука, там шакалы, змеи вокруг. Но все же я за всю свою парикраму
меня даже ни один муравей, даже ни один скорпион не укусил, хотя их там полно везде. Это милость. С полной верой. Вот Махарадж шел по полям посреди травы, а там обычно змеи водятся, но ничего не боялся, не думал о том, где жить, что есть. И таким вот, с таким огромным вдохновением совершил парикраму. А Махарадж обходит обычно весь всю Враджа-мандалу. Это там сколько? 84 круша. Большое расстояние достаточно. Там месяц обычно ходит. И вот если кто-то дам парикраму совершает в аристократическом стиле, то это не то. Парикраму мы должны совершать как Шри Чайтанья Махапрабху, мы должны совершать как Джива Госвами Пад, эту парикраму. Или как Нитянанда Прабху, это зовется парикрама Рагав Пандит, Шринивас Ачарья. Он совершил парикраму наш, Шиванада Прабху совершил парикраму Нарутам Такур. Все это совершено под руководством Рагав Пандита, его пещера. Есть также около ученики Лоты. Махарадж обещает рассказать все более подробно, но это... Если говорить о Враджа-даме, это много времени займет, много что там мест. Я попытаюсь как-то кратко рассказать, чтобы вы вдохновились. И вот Рагав Пандит, под руководством Рагав Пандита, наш Шринивас Ачарья совершил парикраму. И вот если у вас нет прямого чувства, то что вы можете дать преданным? Сила Тиртха Госвами Махарадж, у него есть прямое чувство, и он танцует, и все танцуют, все чувствуют какое-то блаженство, какую-то радость. Но если вы будете следовать какой-то обусловленной душе в качестве вашего гуру, то куда эта обусловленная душа вас приведет? Поскольку Вриндаван-дама, мы не можем найти ее в этой Индии, но все же она есть. Вриндаван-дама – это не часть какой-то географии этого мира. Навадив-дама тоже. Они слегка привязаны к этому материальному миру. Хотя внешне можно видеть всякие магазины, отели и прочие вещи в даме находятся, но Бхактивинода Такур говорит, что нет, они не в даме. Все эти отели, рестораны и прочие магазины, они не находятся в даме, они находятся, может быть, на поверхности Майи. В даме только Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактипаван Пури Госвами Махарадж, Шрила Дадав Госвами Махарадж, они могут иметь связь с дамой, а другие нет. Они могут из своего ложного эго что-то сделать, пытаться попасть в даму, какой-то парикраму совершать, но какое благо они получат. Своими попытками нельзя ничего достичь на духовном пути. Мы должны молиться милости, которая снизойдет свыше. Что такое? Вот здесь праная бхакта сонги. Что значит праная бхакта? Есть много преданных. Но кто праная бхакта?
Пранабхакта – тот, кто имеет близкие, прекрасные отношения с Бхагаваном, тот, кто совершает, и мы должны совершать парикраму под руководством таких великолепных преданных. Если мы отправимся в Южную Индию и там найдем какого-то Нараяна Бхакту и попросим его, чтобы он помочь нам совершить парикраму Вриндавана, то даже если он настоящий чистый преданный, но он преданный Нараяны, и относительно Кришны он не может ничем помочь нам. Если его Иштадев Нараяна, то он не сможет ничего сделать. Он поклоняется Нараяне, но относительно Кришны ничем он помочь не может, поскольку у него нет никакого понимания, что такое Вриндаван, как он может помочь нам. Он не знает, никогда не был во Вриндаване. И таким образом они не могут помочь в Расамрита Синдху. Рупа Госвами Пад пишет. Что мы должны обрести общение с чистым саду, с возвышенным саду, с нашей собственной сампрадаей. Мы должны найти такого чистого саду, если мы обретем чистого саду с другой сампрадаей, с Раманужа сампрадаей или с Вишну с вами сампрадаей, или еще какой-то, мы не можем обрести. Общаясь с таким садом, мы не можем обрести насыщенность нашего Гаудия Бхаджана. Они, конечно, саду могут благословить нас, но на этом все. Наш Гаудия Бхаджан не увеличится из-за этого. И поэтому Рупа Госвами Пад снова и снова говорил то, что вот это шлока саджати раса снигде. Пытайтесь понять, что говорится здесь. То есть не любой преданный, а Рупа Госвами Пад уточняет. И вот Рупа Госвами Пад уточняет саджати раса снигде. Ваша цель и наша цель, она должна быть едина. Если ваша цель и наша цель, она едино, то это хорошо, если мы, это будет правильный выбор, и поэтому правильный выбор и вот я во время Брихат Бхагаватама это уже говорил, Шука Дорга с вами и Парикшит Махарадж – это достойная комбинация. Шука Дорга с вами и Парикшит Махарадж – это очень достойная комбинация, но совершенно можно сказать, такой ученик, как Парикшит Махарадж, кто может слушать с таким энтузиазмом и неотрывным вниманием, очень редок, и такой гуру, он тоже очень редок. И вот в шастрах, в писаниях мы находим имя Парикшит Махараджа как ученик, кто слушает Харикатху с неотрывным вниманием. И он пример такого идеального ученика, а пример идеального гуру – это Шукадев Госвами. Я много раз говорил об этой шлоке. Но никто не может превзойти это. Это пример из Бхагаватам. Это пример наилучшего идеализма слушания Харикатхи. Это Парикшит Махарадж. Это идеал слушания Харикатхи. А идеал с каким неотрывным вниманием, с таким вдохновением говорить Харикатху, это Шукадев Госвами, кто он непревзойденный, никто не смог превзойти его в том, как говорить Харикатху. И вот мы должны обрести такого прекрасного саду, который
такой же бхава, такого же настроения, как и наше. Если наша бхава и его бхава отличаются, то тогда ничего не получится. Если наш, я знаю, мы, может быть, слабы, слабость не так плохо, но не должно быть никакого лицемерия. Слабость, конечно, может быть, но и ради этого Гуру Вайшнава не помог, пытается помочь вам, чтобы избавиться вас от всяких слабостей. Но у многих нет веры, что Гуру Вайшнавы могут сделать, если я удовлетворю, если Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж будет доволен мною, или Шрила Прабхупад, или Бхактина Тхакур, или Шрила Дев Госвами Махарадж, то не останется ничего невозможного для меня. Все станет возможным. И хотя я недостоин, но качества могут прийти от моего Гурдева. Он явится в моем сердце, будет говорить Харикатху, Шрила Чидхарадев Госвами Махарадж или Шрила Пури Госвами Махарадж. Я чувствую вдохновение, огромный энтузиазм совершать Харикатху и Киртан. Ну, я могу говорить Харикатху долгое время, но времени на все не хватает. Как все гармонизировать? Нужно еще что-то делать, повторять харинаму, киртан, совершать баджан. Совершив все это, я не могу отдохнуть, лечь спать. И таким образом, вот эта шлока значит саджати, значит с вашей собственной сампрадаи, по милости Нитянанды, по милости Гуранги, мы можем обрести такое общение, которое более чем достаточно. Если я буду зависеть от Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупад может дать нам столько, что мы не сможем это все переварить. То есть мало того, что говорить, еще нужно найти тех, кто примет все это и применит в своей жизни, иначе может несварение начаться, если кто-то слишком много говорит в Харикатхе. И вот мы должны понять значение этой шлоки. Саджати Асы Снигде Сато Санге Сатоваре. То есть мы должны общаться не только с подлинными возвышенными, самосознавшими себя душами, но также они должны быть нашей сампрадаи и такого же настроения, как и мы, или похожего настроения. И это будет, несомненно, очень благоприятно. И вот Трупа Госвами подпишет, если мы осознаем, мы не должны пытаться бегать туда и сюда, чтобы что-то узнать. Толку от этого нету. И вот те, кто думают, я вот Махарадж на хинди говорил, что те, кто думают, что Гаудия Бхаджан в нашем Гаудия Матхе, он не полон. Те, кто думает, что наш Бхаджан в Гаудия Матхе не полон, что нужно что-то узнать снаружи, то тогда такие люди — это майвади. Махарадж сегодня на хинди Харикатхе говорил это. Мы не можем думать, что Рупа Госвами дал нам что-то неполное, или Джива Госвами поддал что-то неполное, или Санатан Госвами, или Балдев Бидебусан Бхактина Такова. Они не позволяют нам что-то делать, но это не значит, что Годи Баджа не полон. А если мы пытаемся что-то добавить, и с таким настроением, что некоторые хотят добавить что-то, думают, что Годи Баджа не полон, ему чего-то не хватает. Но такие люди, по сути,
является Майвади, поскольку наш баджан, он полон, он совершенен, и мы достигнем совершенства сегодня или завтра. Когда Нарада захотел узнать сокровенные лилы Радаговинда от Садашива, Садашив сказал: «Я не могу тебе так подробно говорить. Если хочешь узнать все подробности, то ты должен достичь Вриндадеви. Я не могу говорить. Это очень сокровенное». И вот есть одна кунда, Нарада кунда, около Кусум Сарова. Я вернусь к ней еще. И вот если мы в уме совершаем парикраму, если наш, мы обретем поддержку, поскольку недалеко не каждый может совершать парикраму в уме, мы должны видеть ясно, четко. Мы должны чувствовать, что мы во Вриндаване, на Радакунде. Не то, что какая-то кунда непонятна, нет, мы должны чувствовать что-то. Радакунда, мы находимся рядом с нею. Такое чувство должно быть у нас, и таким образом. Если с таким чувством мы совершаем там парикраму, мы достигнем великолепного результата. И вот люди очень ленивы, не хотят посвящать всю свою энергию баджану. Многие предпочитают отдохнуть. И таким образом вот многие ленятся, но если мы будем практиковать по милости Гуру Вайшнава, если мы обретем такую привычку, то мы, огромная сила, она может прийти к нам. И вот Нарада по наставлению Садашивы, он начал молиться лотосным стопам ее, чтобы узнать все Аштакали лилы. Вриндадеви не была готова. И вот вообще Вриндадеви сначала предупредила, я могу показать. Вот сейчас текущие ачарьи, что говорят и что делают, я могу показать каждому своему слову, свидетельствовать шастры. И вот Вриндадеви сказала, это очень сокровенно, не должно быть открыто. Но здесь кто-то говорит, что... И вот есть такая книга «Пракрита Рос Сатадушани», материальная раса, имеет 100 недостатков, Шрила Прабхупада написал. Есть книга такая, на русском тоже переведена. Там не совсем книга, это поэма такая. Материальная раса осквернена сотни недостатков, и Кешава Махарадж тоже писал об этом. Чтобы доказать, что эта раса татва, она наиболее сокровенна, она не должна быть открыта перед обычными людьми. Ну что, свидетельств я уже привел в процессе моей дискуссии. И вот смотрите. И вот Вриндадеви говорит, это самое сокровенное, но не должно быть открыто публике. Хорошо, я помогу вам. И вот Нарада начал совершать аскезы. И после этого Вринда явилась. И вот Нарада рассказала о своем огромном желании. Вриндадеви благословила его, сказала: «Хорошо, но это будет. Я дам тебе намек, иди прими омовение в этом сарваре». Когда вернулся в Вриндадеви, она
поведал множество сокровенных вещей и сказала не рассказывать никому, поскольку материалисты, они имеют склонность к наслаждению, они не поймут это и ничего не достигнут, а только будут совершать оскорбления, поэтому нужно быть предельно внимательным. Таким образом, если мы будем говорить о славе Дхаммы завтра и послезавтра, весь картик я продолжу. Сначала я расскажу о Вриндаване, о всех божествах, откуда начать парикраму, как и где. Вы будете чувствовать радость, если будете в уме совершать эту парикраму. Нужно будешь посетить то и все различные места. И таким образом пытайтесь иметь терпение. Я знаю, что нужно приходить сюда достаточно далеко, но что делать? И вот смотрите. Должны узнать как можно больше о даме, о наме, и тогда мы сможем обрести силу в баджане.